Господин, кажется, вы умираете. Помирать так с музыкой. Тусовщик Кувшин за сколько-то там минут? Скоро. Начать подключение. Ну что, на канале Анирибри наконец-то вышел анонс самых... Ты пока не самых, это будет потом. Вышел анонс просто аниме на осенний аниме-сезон 2022 года. Очень горячий анонс, сразу скажу, в котором... Я тоже в процессе просмотра скажу, что я буду озвучивать, поэтому приятного вам просмотра, подписка, лайк, коммент, пиши в комменты, что будешь смотреть ты. Надеюсь, мы с тобой договорились. Все, поехали, ребят. Вот теперь смотрим. Вам казалось, что ничего жарче этого лета уже не будет? Рады представить вам ультрагорячий осенний сезон аниме 2022 года. Готовьте. Давайте посмотрим, гары и полотенца. Насколько он горячий. Семья шпиона, часть вторая. У всех есть свои. Вот это я жду. Которые не хочется показывать другим. Ни друзьям, ни возлюбленным, ни даже своей семье. И Форджер это мой яркий пример. Приключения элегантной семейки продолжаются. Это было круто. Нас вновь ждут шпионские тайны и интриги. И смешно. В перемешку с семейной. И пародию я сделал по этому сериалу. Она классная. Научится ли Йор готовить так же мастерски, как она шинкует своих врагов? Перерастут. Капуста будет. Короче, топчик. Моя геройская академия. Шестой сезон. Лига злодеев объявила. Ну, геройку я не смотрел. Первый сезон как-то, помню, пробовал начинать. Так и не глянул. Больше нельзя игнорировать. Блин, надо будет посмотреть. Геройка топовая. Человек-бензопила. Мир, в котором родился Денджи, был совершенно ему не рад. Его отец совершил самоубийство, оставив ему в наследство город. Вот этот релиз я буду озвучивать. Вот, да. Главного героя возьму. Точно. А других персонажей пока не знаю. У долгов перед Якудзо. Повсюду шастают демоны, которые только и жаждут утащить кого-нибудь в подворотню и сожрать. Единственным способом для юноши избавиться от долгов и зажить хотя бы обычной жизнью. У меня почему-то от этого аниме ощущение идет вайба клинка рассекающего демонов, только какого-то такого более жесткая версия. Более кровавая какая-то жесткая версия. Вот так. Этих самых демонов. Но с одним из них Денджи удалось подружиться и заключить контракт. После смерти отца Денджи встретил мать. Еще вайп-паразиты есть. Демона по читу. Отдав ему свою кровь, он исцелил его и взял с него обещание, согласно которому каждый из них обязуется помогать другому. Бензопила, рассекающая демонов, да? Моб Психо 100, третий сезон. Продолжение захватывающей истории про мальчика-экстрасенса Шигео Кагеяма. Моба. Моб скромный парень. Сказать по правде, мать природа не одарила его физической силой и харизмой. Но вот в экстрасенсорных способностях ему просто нет равных. Это тоже годнота, говорят все люди. Ему стоит заявить о себе. Но я не смотрел. Показать миру свою мощь и купаться в славе до конца своих дней. Блич. Тысячелетняя кровавая война. Блич. Конец близок. ГТ-13 под угрозой полного уничтожения. Кто-то смотрит Блич, ребят? У нас переозвучка выходит на сайте, кстати. Как вам? Объявляет войну, как вам вообще Блич? И это никто иной, я не смотрел Блич, я помню первую серию, начинал смотреть. Интересненько, интересненько, но и просто серии много, чтобы осилить все. Невероятные приключения Джоджо. Ну, тут как бы без сомнений топчик. Годнота продолжения Джоджо. Все ждали, конечно же, но я не смотрел. И узнает... Сейчас все напишут: «Шарон, как так? Как ты не смотрел Джорджа? Ну, самое время, ну посмотри». Ну, много серий там. В общем, я не осилю сейчас. Так что и отец на самом деле не обычный океанолог, а владелец Станда, одолевший Дио. Но в тюрьме происходят странные события, и их первопричина. Много лет назад побежденный им враг. Желая разобраться в происходящем, Джолин погружается в пучину сражений и интриг. Близится конец вековой битвы семьи Джостеров против сил Дио. Восхождение. Дио, да! Сид Кагена всегда хотел быть героем, но не спасателем известным. О, вот это может быть интересная вещь, кстати. Незримой тенью, действующей из-за кулис. Ради достижения своей мечты Сид усердно. Очень красивая рисовка здесь. Тренировался, никому не показывая своих способностей. Как и в Пеле, кстати. Как бы он ни старался, Пеле тоже против прям ружей круто. И танков ему не выстоять. Единственный способ одолеть армию в одиночку — овладеть магией.
поисках магии он опробовал все, что только мог. И нашел единственное средство. Грузовик, переродившись в другом мире, Сит исполнит свою мечту стать. Опять грузовики. Явись, Ирума, третий сезон. В демонической школе Бабилос, в которую попал мальчик Ирума, начинается новый семестр. Обычно учеников ожидает множество интересных мероприятий. Однако на этот раз классу... Аниме про ад. Прикольно. Чтобы окончить школу, каждый ученик должен до конца года получить четвертый ранг – Далит. Для его достижения Ируме и его друзьям придется научиться множеству новых вещей. Они станут сильнее и преодолеют любые испытания, которые встанут у них на пути. Но я не смотрел. Вот тут я первую серию посмотрел, помню. Подумал, что это тяжелое произведение, и пока дальше так и не осилил. Когда-то без нервы. Но слезы вызовет, точно. Вот если вы хотите драмы, вот это вещь для вас. Был лишь сферой в руках бледного бога, камнем, волком, а затем он превратился в человека. Нашел друзей, обрел врагов, стукеров, видел жизнь и смерть тех, кто подарил ему тепло и личность. И не просто видел, отчасти он стал ими. Теперь он может принимать форму умерших. А еще Бессмер понял, он способен биться со стукерами один, но не в силах защитить всех, кто рядом. Осознав жестко. Это, он покинул людей и удалился жить в уединении. И вот спустя десятилетия стукеры эволюционировали, вернулись и вновь погрузили мир в хаос. Сможет ли Бессмер вместе с новыми товарищами противостоять им и спасти мир от ужасной судьбы? Что еще он узнает на своем бесконечном пути? Кого повстречает ты? Чьими голосами заговорит? Озаки хочет тусоваться. Видео погромче просите. Давайте видео погромче сделаю сейчас. Парная чудачка Узаки еще нормально. Не натусовалась, поэтому она решительно настроена вернуться за весельем этой осенью. Оно и понятно, что-то долго этот цып... Я знаю, почему все ждали Узаки. Ну, потому что... Бум-бум-бум. Сэмпай отдыхает. Пора вытаскивать его из дома и снова мучить. Ведь, как мы поняли, сэмпай совсем не против Свой. Этого. Эти двое уже очень сильно сблизились. И за этим очень интересно наблюдать. Это как если бы сидел ты на психологическом тесте какого-нибудь, и тебе задавали ассоциации там всякие. Там с чем ассоциируется у вас там семья? Ну, такое тепло, уют, забота. С чем ассоциируется у вас работа? Ты такой, рутина. Зарплата. С чем ассоциируется у вас Узаки? Такой сиськи, молочный завод. О моем перерождении в меч. Главный герой приходит в себя и с удивлением... Жду аниме о моем перерождении в член. Уживает, что... О моем перерождении в меч. Что вы думаете про это аниме? Мы смотрели, когда Сильв трейлер, я угорал. Это было смешно. Родился в фантастическом мире, но не в обличии могучего воина или волшебника, как это обычно бывает, а в виде меча, способного прокачиваться и изучать новые навыки. Поэтому он не стал отчаиваться и полетел рубить монстров направо и налево, мечтая оказаться Охренеть. В руках у... Ему даже рыцарь не нужен, он сам летает, вы понимаете? Какой-нибудь горячей эльфийской красавицы. Но все его надежды разлетелись в пух и прах, когда он забрел в таинственный лес, в котором утратил способность передвигаться и начал медленно лишаться магических сил. Так бы и остался он ржаветь в земле до конца времен, если бы на него не наткнулась раненая кошка-девочка, которой смерть уже наступала на хвост. Синяя тюрьма. Красивый оборот сделали, уже наступала на хвост. Круто. Блюлок. После вылета сборной с чемпионата мира 2018, Японская футбольная ассоциация решает пойти на крайние меры. Полагая, что команде не хватает жадного до голов эгоистичного форварда, она дает добро на запуск специального проекта под названием Blue Lock. Вот в это рамках годнота этого проекта будет. Три сотни лучших молодых нападающих Японии помещают в специальную тюрьму, где те вынуждены проходить тяжелые тренировки и постоянно соревноваться друг против друга. Среди них оказывается и главный герой истории, Йоичи Исаги. Чтобы выжить в синей тюрьме, ему придется забыть все, что он знал, и стать эгоистичной машиной для голов, готовой ради собственного блага сломать жизнь другим. Ведь из 300 участников лишь один сможет стать нападающим мечты, а остальным придется навсегда забыть о футбольной карьере. Ноги переломают им, что ли, или что? Я почему-то стал сильнее. Ну вот это прикольное аниме про спорт будет, я думаю. Качав свой навык фермерства. Как же приятно пожинать плоды своих трудов, когда ты фермер. А Уэйн настолько проникся этим созидательным делом, что решил отточить свой навык на... Резал огурцы с грядки резал. Вставлял потом, не отрывая от ботвы, и стал сильнее. Все, научился ножом обращаться. Больше, чем супружеская пара, но не любовники. История вот это я не понял как. Типа,
Любовники, типа, очень круто, а супружеская пара, типа, супружеская пара. Или чё, или как? Что, в чем смысл названия? Я не понял. История разворачивается в старшей школе, где ученики обязаны жить в псевдосупружеских парах в рамках учебной программы. Джиро Якуин и Акари Ватанабе из класса по подготовке традиционных семей. Полные противоположности, но им не повезло оказаться в такой паре. По предложению Акари они решили жить как любовная парочка, чтобы стать одними из лучших учеников и заслужить право самим выбирать себе партнеров. Для достижения этой цели они даже готовы отдать свой первый поцелуй. Все, чтобы заработать баллы. Но вскоре Джиро и Акари начинают проникаться характером и мыслями друг друга и неосознанно сближаются. Вот так вот. Хочешь жить взрослой жизнью, партнера себе сам выбирать? Докажи. Покажи на примере другого партнера, что ты готов к этому. Я стала злодейкой, поэтому мне нужно охмурить последнего босса. Главная героиня Айлин смертельно больна и буквально прикована к постели. Оказалось, что девушка переродилась после смерти. А, это Исикай, я понял, нифига себе. Не куда-то там, а именно в мир. Ну хотя бы не грузовик уже хорошо. Несносные пришельцы. Токио крушат динозавры? Во всем виновата Атару Мураборши. Перед нами ремейк известного комедийного сериала 80-х. О пришельцах, фантастических неприятностей простого школьника и любовном треугольнике. Все равно выглядит толдово, хоть это и ремейк. Однажды на нашу планету... И я что-то слышал, что это будет похоже на ту лавру. То прибыли пришельцы... Ну, тот, кто понял, тот понял. Они захотели поработить человечество. Однако они согласились остановить... Секс-рабство. А ведь человечество. Судя по всему, какие тут пришельцы. Инопришеленцы. Если человек, выбранный их компьютером, в течение 10 дней сможет коснуться рожек дочери их лидера, Лама. Выбором компьютера стал старшеклассник Атару Мураборши. Никто не верил в его успех, но его подруга Шинобу Мияки пообещала в случае победы выйти за него замуж. Это придало парню сил. Выиграв, он ляпнул. Ну, теперь можно и жениться. Лам восприняла это как жалко, кадров в трейлере маловато. Но объект повторяются прям кадры. Дурак, неудачник и ужасный бабник. Приходится как-то намонтировать, нарезать. Атару продолжает охоту за новыми красавицами. Его не берут ни огонь, ни вода, ни огромные столбы. Да и бегать он умеет со скоростью мотоцикла. Золотое божество 4. А Сирипа вместе с Сугимото не сдается в попытках отыскать сокрытое золото. Золотое божество, Айн. Так что ничего не могу про него сказать. Время ниндзя. Итоки Сакураба был обычным парнем, пока однажды его жизнь не перевернулась вверх дном. Однажды он узнает, что является 19-м наследником известного клана ниндзя, Ига. Им противостоит клан Куга, который хочет отнять жизнь у Итоки. И теперь ему необходимо стать сильнее, чтобы защитить не только себя, эпично. Но и всю свою деревню. Для этого он поступает в Академию Кукутен, где постигает ремесло современных ниндзя. Вместе с учениками из других деревень Итоки вступает в противостояние с кланом Куга, чтобы раз и навсегда покончить с этой враждой. Вот в этот релиз меня дернуло встать, тоже в какой-то момент в распредии, я просто думаю, о, открыл что-то страницу с этим релизом, посмотрел студию, которая занимается, посмотрел что-то, описание персов, и так думаю, хочу, и встал. Все, делаю этот релиз тоже. Ну, трейлер я только сейчас увидел, описание с визуализацией, и мне понравилось. Не зря встал, наверное. Однажды со дна Марианской впадины поднялись загадочные враждебные живые корабли — глубинники. Ни одно оружие не могло нанести им серьезный урон, поэтому люди в борьбе с ними потерпели поражение. В девушек, учащихся в старшей школе, начали вселяться духи уничтоженных кораблей Второй мировой войны. Теперь эти школьницы стали новым военно-морским флотом. Они скользят по волнам на небольших платформах и сражаются. Это звучит эпично. Школьницы стали военным морским флотом. Это просто эпичность этой фразы зашкаливает. Все, что нужно знать об этом аниме. Просто, короче, они сиськи показывают и все. Все залипли, ослепили, ослеплены, и вообще невозможно ничего делать, и они побеждают. Чисто внешним видом. Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы. История знакомит нас с Рейном, укротителем зверей, который вместе с другими героями пытается низвергнуть... Рейн, когда оверлорд? ...короля демонов. И все идет хорошо до тех пор, пока его товарищи, недолго думая, не выгоняют его из отряда за крайнюю бесполезность, вынуждая задуматься о смене деятельности. Выбрав для себя путь авантюриста, Рейн отправляется выполнять ряд заданий, чтобы подтвердить свою пригодность. Так, какие задания у Рейна? Седьмой сезон Геройки, пятый сезон Оверлорда нарисовать. Все, список заданий есть. Для этого дела. И еще снять небольшой этот пересказ на свой канал, как обычно. При выполнении... Чтобы нам всем весело жилось. Ни одной из задач он встречает и спасает попавшую в беду кашкадевку Канады.
Окей. Развращенная гильдия. Сюжет развивается вокруг непревзойденного охотника на всякую живность Кикуру Мадана, который всю свою молодость положил на тренировки и приобретение полезных умений. После свадьбы своего друга он понимает, что кроме профессии у молодого мужчины должна быть еще и личная жизнь. И женщина. И твердо решает посвятить все свое время наверстыванию упущенного. Перед его уходом из гильдии администратор просит Кикуру немного подтянуть навыки новенькой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неуклюжей зверодевушки, которой лесная живность липнет как к магниту. Жизнь покажет, сможет ли наш герой воспитать себе хоть какой-то достаток. Сможет ли он их всех... Достойную замену перед пенсией. Магазинчик начинающего алхимика. Сюжет этого аниме перенесет нас в фэнтези-мир, в котором одной из самых почетных и прибыльных профессий является алхимия. Обучиться этому тонкому делу невероятно трудно, но игра стоит свеч. Ведь квалификация алхимика позволяет рассчитывать на успешную карьеру даже простолюдинам. Мобильный воин Гандам, ведьма... Мобильный воин Гандам... Простите. Не хотел задеть чувства любителей данного релиза. Меркурия. Одинокая девочка Сулета Меркьюри с планеты Меркурий переводится в школу технологий Астикасии, которая спонсируется Беннерит Групп. Боевые роботы! И лидером по производству мобильных доспехов. Совершенно новый мир. Ну, рисовка красивая. Сможет ли она поладить с окружающими? По сюжету не знаю. Сделай сам. В сборке мебели и друг... Просто девиз, идеальный девиз на жизнь. Делай сам. Чё ты хочешь? Сделай сам. Бывают взлеты и падения. Я понял, клуб «Очумелые ручки» в деле. Любовные неудачи. Все было как всегда. Асахи Кашиваги собирался в школу и смотрел утреннее шоу. Телепрограмма была очень хорошо. Оу май! Он знал все почти наизусть, но вдруг неожиданно начали показывать какой-то странный гороскоп. Вот эта деваха сбежала из этого. Почти наизусть. Гарем рабыни из другого мира. Смотрите, один в один. Кто это еще за знак судьбы? Что же ждет? Как я пропустил этот релиз вообще? Я про него даже только сейчас узнал. Он в гареме. Глубоко во внутреннем дворце живет загадочный император. Я сочувствую вороне. Нет! Не туда! Известная как императрица ворона. Никто не знает ее истинного облика. Одни видели ее как дряхлую старуху, другие же как юную красавицу. Говорят... А кто он на самом деле? Что она владеет тайными магией. А прикиньте, она то так, и ты такой, типа... Магическими... Обнимаешь, и так все хорошо, приятно, гладишь, ну, а потом поворачиваешься там. Те великой тайны. Ну, красиво, красиво. Ход истории. Одинокий рой. Забавная история об одинокой и до ужаса стеснительной школьнице Хитори Гота, которая, взяв в руки гитару, загорелась желанием создать в старшей школе собственную рок-группу. Наши недотроги с ног на голову. Музыка. Принцесса Библиофил. Больше всего на свете Лиана... Когда мы распределялись на распределение релизов... Я этот релиз назвал «Принцесса Биофил». Случайно. Пусть и причем я не понимаю смысл, типа, какая такая принцесса Биофил, она там говном обмазывается, биоотходами или просто, я не знаю, типа, любит биологию, я не знаю, короче. Чтением без всяких ограничений. Однако я обязывал Элиану завестись женихом. К счастью, нашелся человек, который выручил ее. Наследный принц Кристофер Селкирк Эшеральд предложил ей заключить фиктивную помолвку, позволив ей дальше заниматься любимым делом. Трусливый велосипедист, преодоление лимита. Сакамичи Анода, ученик старшей школы. Есть любители у нас такого. С некоторых пор велогонщик. А все потому, что парень умудрился попасть в клуб велоспорта вместо желаемого клуба аниме. За короткий срок Анода смог добиться неплохих результатов. Парнишка даже начал выступать от имени школы на соревнованиях. Множество. Говорят, это топовая штука, но не очень популярная. Соперники, казалось бы, давно уже побеждены, но, как известно, всегда найдется кто-то сильнее. Ну, выглядит эпично. Больше трудностей и больше гонок. Ведь чтобы оставаться непобедимым, придется преодолеть свой лимит. Легенда о Святом Мече. Легенда Маны. Каплевидный кристалл. Я тут, когда постер делал, тоже прочитал. Каплевидный кристалл. Думаю, что? Подожди, каплевидный. Все, все. Сказочный нормально. Мир Фуадиэль пережил одну из самых страшных катастроф за всю историю. Войны Маны. Итогом стало сожжение древа Маны, которое поддерживало круговорот жизни и питало мир своей энергией. И пусть древа больше нет, а многочисленные народы Фадиэля сражаются за остатки маны. Это значит ли, что нужно посадить росток нового дерева, очистить мир от негатива? Какой-то сюжет Элден Ринга просто в аниме пошел. На фоне этих событий развернется история Рури, которая ищет остатки своего народа, разобщенного войнами маны. У моего мастера нет хвоста,
Мамеда, оборотень Тануки. Главное, что член есть, все. Которая родилась не в свое время. Ей хочется водить людей за нос, но она этого не умеет. Однажды она знакомится с рассказчицей Ракуга по имени Бунка. И та объясняет ей, что людей по-прежнему можно вести в транс. А, подожди, это женская. Все, забейте, ничего не должно у нее быть. По магии слов. Теперь Мамеда хочет стать ее подмастерьем. Но согласится ли Бунка взять незадачливого Юкая в ученицы? Как-то даже грустно стало. Комедийная история об эпохе Тайсё и искусстве Ракуга. Маленькая ложь, которую мы все говорим. У каждого из нас есть свои тайны. У кого-то маленькие, у кого-то большие, но они есть. Казалось бы, ничего удивительного. Но именно это и станет камнем преткновения в общении наших главных героинь. Четыре молодые девушки, Рика, Цубаса, Чио и Сакине, живут обычной жизнью, но так кажется лишь на первый взгляд. У каждой из них есть свой собственный секрет, о котором подругам красивая знать, идея с половинами лиц. Нельзя. Ниндзя, экстрасенс, отражающими истинную суть, и пришелец. Ней, необычная типа, компания, правда? Прикольно. Удастся ли девушкам сохранить свои тайны, или все пойдет совсем не по плану? Жилой комплекс. Вот это когда-то. Куросаки — небольшой и ничем не примечательный приморский городок, каких в Японии множество. А еще, как известно, у каждого города есть своя жуткая легенда. И Куросаки не исключение. Говорят, что в одном я бы это посмотрел. Жилом комплексе обитает. Озвучивать нет, я не взял, но я бы посмотрел. Жители якобы слышат странные звуки. Я люблю и видят призраков. Ужасы. А предметы прям передвигаются обожаю. Сами по себе, и людей преследуют несчастье. Но недавно поселившаяся кадров опять-таки мало в трейлере. Кими не верит в поэтому особо тут особо еще посмотреть. Ведь на дворе 21 век, и все можно объяснить с точки зрения науки. Какие-то страшные сказки не могут помешать Дюнзи приобрести это не смотрел. Хорошую квартиру. Ну, вернее, смотрел. Нет, смотрел Дюнзи. Однако Кими несколько серий смотрел. Придется разбираться, что на самом кайфовое деле происходит в жилом комплексе в своем жанре. Главное, на стримах, да, можем на стримах посмотреть. Осенний аниме-сезон стартует в октябре. Не все будем на стримах смотреть, одной страшно. Списки будут озвучиваться проектом Анилибри. Можно посмотреть на стримах. Как обычно, с меня шутейки, с вас в чатике общение, активность и так далее. .tv. Следить. Спасибо большое команде переводчиков Анилибри, как всегда, за то, что переводили. Описание с английского. Спасибо большое Гомеру и Сливкис за зачитку этого анонса. За монтаж спасибо Дитара. И за редактуру итогового продукта, который мы сейчас с вами смотрели. Спасибо, конечно же, Люпину. Вот, да, вот. Я за Silent Hill. Silent Hill, я тоже за Silent Hill. Только как бы мне его это... Когда бы мне было продолжить-то? А фрагмент. Сейчас глянем фрагмент. Вот, что по тому, что я буду озвучивать. Как вы заметили, я всего два тайтла назвал за этот ролик, который я взял на озвучку. Это «Бензопила» и «Время ниндзя». Вот. Это два релиза. Плюс у меня будет «Киберпанк» совсем скоро. И плюс «Данмачи», возможно, продолжается. Вот, на всякий случай. Тоже записали в продолжение. Так что у меня четыре релиза. Вот. Возможно, в следующем сезоне возьму побольше. Посмотрим, как я будет по настрою на сезон, по количеству тайтлов, которые там будут в следующем сезоне. Короче, монтируешь ты такой анонс. Вот монтируешь. И тут такой кадр. Девушка падает на чувака с лестницы. Ну, банально, обычно так всегда бывает. Ну, она падает. И опа! Видит то, что у человека там что-нибудь встало. Такая... Ну, у него встал. Это проблема. Что же делать? Заколоти! Это чё? Слишком тупо, но гениально. Что? Это был банан. Мне аж плохо стало. Ой, жесть. Я хотел сейчас Adobe Premiere свернуть, блин, ага. Привык уже. Короче, да все, не надо второй раз, пожалуйста, все, нам одного раза хватило с головой, больше не хочется совсем. Ну, вот ты посмотрел реакцию на анонс, надеюсь, тебе понравилось. Подписаться и поставить лайк я уже и так просил, поэтому просто скажу свое традиционное всем сал.